Сегодня Альберна Героев Труда иллюстрирует самый лучший и самый любимый новогодний фильм всех детей и взрослых. Сегодня «Один дома два» затеряны в Нью-Йорке, в Альпире. Они дали старт Новому году, а точнее предновогоднему месяцу. Сегодня здесь очень душевно и романтично. Давайте посмотрим, как это было. Альбер празднует за один месяц Новый год в ноябре, в конце ноября. Я боюсь спросить, что же будет на сам Новый год? Может быть, вы устроите 14 февраля? Мы окунаемся в атмосферу Нового года, чтобы все после Черной пятницы, это и в ДАФе, чуть расслабились и вспомнили, что, о, Новый год, а не сумочки, ботинки по 50% скидки. Ты сам ходил с утра, тебе что-то недалеко перейти через дорогу. Нет, я там не был. ДАФИ в караван на Черную пятницу! Хотя, какая в ДАФИ в караване Черная пятница? Они там всех дурят. Мне кажется, что там не Черная пятница, а пятница покупателей на ебательница. Вы нормальный? Вы как отец Кевина МакАлистера. Забыли ребенка за месяц до Нового года. Просто я вам могу сказать, что это уже второй раз. Я не знаю, что вам с ним сделать, с этим парнем. Я пытался его наказывать, но вот видите, второй раз мы его где-то ищем. Есть шанс, что тот гонорар 8 миллионов, который он получит за этот фильм, он с вами поделится? Ну, конечно, я ж папа. Я старался для того, чтобы у меня получился такой сын. Forget about it all. No one knows. No one cares. Настоящие Гарри и Марвин, которые играли в «Один дома два». Откуда она знает наши имена? Это же липкие бандиты. На самом деле, когда смотрели этот... Нормально, нормально. Когда смотрели этот фильм, осознавали, что вы реально похожи на тех героев? Соври. Нет. Взрослое тело. О, мы с тобой ограбим магазин Рошен. Нет. Мы с тобой ограбим магазин игрушек Рошен. Да. Он, сука, уже им начал игрушки прибавать. Мы с... Как он это успевает? Ты не смотрела «Один дома два»? Смотрела. И как он тебе? Ну так. С тобой все в порядке? Да. Это интересно, какие тебе фильмы нравятся новогодние? С легким паром. Тебя вообще заводит это имя Ипполит? Не Кевин, а Ипполит. Ипполит, нормально. Это супер-пупер классно. Я помню, в детстве постоянно просил маму, чтобы включила мне фильм. Но такой возможности не было, потому что у меня не было видока. Компьютеров тогда не было. Интернета тогда не было. Тяжелое время. Вот вашу короночку. Вот это. Можешь? А, я могу. Секунду. И кирпичи. Какого х**а? Машину. Ну это такой, знаешь, лакшери подарок. А как же доброта, честность, там, попросить любви? Мужа заказала бы. Муж это тоже лакшери. Сейчас хорошего мужа найти. В наше время уже это лакшери считается. Это такое дело. Сегодня ты был в роли Кевина, но немножечко такого пидстаркуватого. Если бы я не побрился, это бы вообще был Кевин теперешний. Не, это был бы просто Кевин хипстер. Jingle bell, jingle bell, jingle bell run. Jingle bell, chime, jingle bell.
на Новый год мы будем делать абсолютно непохожее для Альбира что-то. Что-то произойдет. Через две программы вы узнаете. Шесть. Через шесть программ.